участник нашего концерта Денис Архилин. Встречайте. Здравствуйте. Вы исполните романс известного исполнителя Трофима Сергеева. «Те дни» называются. Когда устал, привыкшие к злословию, произнесут молитву к небесам, и мудрый Бог, доверчивый любовью, меня простит, за что не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным, шальная кровь играла, как вино. Ее любовь казалась бесконечной, и я не мог подумать об ином. Но день за днем, растрачивая всуе, я делал ей больнее и больнее, и потерял любовь ее святую в те дни, когда она была моей. Как часто мы становимся мудрее ценой утрат, ошибок и потерь. Кого она теперь ночами греет, кому она любовь дарит теперь? Пусть будет все ее покорно власти, пускай Господь хранит ее детей. За то, что я узнал земное счастье в те дни, когда она была моей. Следующая песня более современная. Такая группа есть, Марсель называется. Эта песня для тебя, она так и называется. Твои руки запомнят меня, как летний дождь. Улыбаюсь, когда ты навстречу мне идешь. И я верю лишь тебе, то, что груда сгорает в огне. Все конверты порваны, мосты разведены. Мы с тобой, как дети, невероятно влюблены. Засыпая рядом, я шепчу нежно обняв. Ты же знаешь, эта песня только для тебя. Эта песня для тебя, слышишь? Моя музыка там пой дышит, ноты падают, как дождь с крыши. Все громче, все ближе. Эти строчки превращаются в новый куплет, и если ты не рядом, он выключается свет. Но всегда в огне моем огонь тихо горит. Это ты по мне скучаешь где-то там внутри. Нарисованные стены картонных домов, там, где люди запирают сердце на засов. Забери меня и никому не отдавай, ведь когда ты рядом, ты похож на рай. Эта песня для тебя, слышишь? Моя музыка там тоже падают, как дождь с крыши. Все громче, все ближе.
сыграю, сам написал недавно ее. Называется «Закат». Плечо коснулся черный волос, и взгляд направлен на меня. Откуда знаю я твой голос? Откуда помню я тебя? Боли губы мне знакомы, их вкус твой запах и твой смех. Как будто в памяти оковы времен веков забвенных тел. Закат упался небес в холодный океан, рассветом станет он и вновь вернется к нам. И я тебе все мысли, закат на дне застыл. Снова лето за твоим окном, и ты целуешь где-то бокал с вином, и мысли снова мои только о тебе, но заметает вьюга время в феврале. Закат упал с небес, холодный океан, рассветом станет он, и вновь вернется к нам. И я тебе все мысли, закат на дне застыл. Завершению наш концерт, поэтому сейчас одно замечательное стихотворение всем известного русского классика Ивана Бунина, которое так и называется «Христос воскрес». Исполняет Ксения Баранова. «Христос воскрес! Опять зарею редеет долгой ночи тень. Опять зажегся над землей для новой жизни новый день. Еще чернее в чаще бора, еще в тени его сырой, как зеркала, стоят озера и дышат свежестью ночной. Еще в синеющих долинах плывут туманы, но смотри, уже горят на горных льдинах лучи огнистые зари. Они ввыси пока сияют, недостижимы, как мечта, где голоса земли смолкают и непорочна красота. Но с каждым часом, приближаясь из-за олеющих вершин, они заблещут, разгораясь в тьму лесов и вглубь долин. Они взойдут в уси желанный и возвестят с высот небес, что день настал обетованный, что Бог воистину воскрес. Христос воскресе!
сейчас, можно сказать, сюрприз нашего концерта. Певица Лучанна с двумя песнями «Дорога добра» и, конечно же, «Пасхальная».
вами была певица Лучана и участники творческого клуба «Прикосновение». Кто пожелает, и у кого будет возможность, приходите в четверг в 12 часов дня в районную библиотеку. Это улица Советская за пивзаводом. Будет мое авторское выступление. Спасибо. Так что большое спасибо, что нас пригласили. Очень рады всегда. Будем, я надеюсь, бывать в вашем кругу и надеюсь, что это не последняя такая встреча. Спасибо вам. С праздником! Христос воскрес!